Мы рады вас присутствовать, приветствовать вас в Нижегородском техническом университете на очередной, пятой по счету, конференции «Региональные проблемы энергосбережения и пути их решения». Очень приятно встретить снова здесь людей, с которыми вместе занимаемся такой злободневной и нужной нашей России проблемой. Приятно, что каждый год расширяется аудитория тех людей, которые заинтересованы и со всей душой вкладывают свои мысли, энергию в решение этой серьезной и нужной нашей стране задачи. Позвольте открыть нашу конференцию. Сегодня собрались практически все те, кто изъявил желание принять участие в конференции. Поэтому сначала небольшая организационная часть. Кто не директор Нижегородского регионального центра энергосбережения? И что же он говорит? Я думаю, ему будет интересно с Александром дискутировать. Да, Серег? А? Выставочный стол почти готов. Можно открывать выставку. Плотность была рассчитана планком, даже в начале нашего века. И эти цифры берутся именно оттуда. Я помню, даже...